Всем здорово, народ. Короче, транспортные новости. Я не буду долго тут все затягивать, рассусоливать. Просто скажу, что сегодня будут автобусные новости и поехали. Получается, начнем мы с автобуса. Вот, блин, да я как обычно. Я такая ворода, как обычно. Нет, надо же было не заметить, как тридцатку продлили до Садового. Так оно стоит. А, нет, нумерация, срок. Тридцатку продлили до Садового. Я такой, значит, захожу в Яндекс.Карты. Такой решаю, ну, посмотрим, что тут у нас, да. Так я захожу, смотрю, не помню, где это уже было. На какую остановку переместилась, по-моему, на Макаренко улица остановка. Это не та, где трамвай ходит, другая. Бац, 30-й до Садового ходит. Открываю, 30-й, а что я здесь делаю? Смотрю, он до Садового ходит. Блин, я даже поездку снял. Вот сейчас только что выложил, я сейчас это тоже выложу тогда сразу, что мне еще сегодня 47-й снимать. В общем, сказать, что я офигел, ничего не сказать. Просто, вот я не знаю, зачем ее вообще было продлевать. Может, жителям Садового это надо было, хотя, если нужно ехать до Паркового, там уходит от них 67-й ходил, куда еще 30-ка ходит. По еще кое-какому участку. Я не помню, какой там еще, по-моему, кто-то ходил. Ладно, если нужно где-то по Северной дамбе, то кто там ходил? 68-й ходил. По Пушкина 68-й. По шоссе космонавтов еще, по-моему, кто-то ходил. Да я уже сейчас точно не вспомню. Но по шоссе космонавтов, по-моему, кто-то ходил. То есть, ну, типа, а смысл был от этого продления, да и сколько я смотрел. Это был где-то примерно час пик уже, то есть где-то было примерно часов 5. Вот, 30-й, он пустой шел. Там, ну, от силы, ну, ладно, там почти все места были заняты, даже никто не стоял. То есть там, блин, там места заняты, но никто не стоял. То есть там еще даже были места, причем. Ну, как бы она не особо полной ходит туда. Но это я не знаю, просто с Садового обратно. Я на 67-й, мы на 67-й сели. Вот, и поэтому я не знаю, как в обратку. Может, в обратку там много народу ездит. Типа, ну, вот прям дофига вот полный автобус поедет в обратку. Но пока что, я сколько смотрел, там, ну, 30-й до Садового что-то. По-моему, вообще смысла нету от этого. Вот реально. Не, ну кому как, может, кому-то удобно, все же. Что 30, что еще один автобус до парка появился. 67-й, привет тебе. Блин. Хотя, вот реально, а смысл, я просто не понимаю. Там, может, парк культуры и отдыха, типа, из-за этого, да? Может быть. Но, типа, а смысл? Ну и че? Зоя Космодемьянская, там можно дойти с проспекта Парковой остановкой. Да, Зои Космодемьянской, там от Газнака чуть пройти. Вообще, парк культуры и отдыха, он начинается с Газнака. Вот, то есть откуда-то оттуда. Ну, вообще, если такой нормальный прям вход, где аттракционы там и все такое, то это уже, да, остановка парк культуры и отдыха. Но в основном, а смысл от этого продления был, вот я что-то не могу допилить. Если кто знает, пишите в комментариях. Ну, просто, вот реально. У меня даже троллейбус ожидался. Ладно. В общем, я не понимаю смысла этого продления. В общем, если вы понимаете, опять же, напишите в комментарии, мне будет интересно почитать, потому что, ну, я вот просто не понимаю смысла от этого, ну ладно. Вот, также я начал больше делать видео, как вы могли заметить, в этом августе. Это уже не транспортная новость. Но все равно, раз уж на то пошло, то да. Я начал больше, гораздо больше делать видео. Да, опять же, так, может, мне ноги от стола проткнут? Сейчас. Я начал больше делать видео. Как раз, по-моему, каждый день у меня видео выходит. Сейчас вот даже в этот день. Нет, ну, все равно с 1 сентября я хотел сказать, что у меня больше будет гораздо меньше видео выходить. Что учеба,
вообще не до съемки видео, праздную у меня кончится. Так что я не смогу уже там вот прям так активно снимать видео. Поэтому, блин, как бы все равно много видео не ждите от меня в сентябре. Так, в основном будут всякие разные рубрики. И, кстати, о рубриках. У меня уже есть одна в запасах. Это... Я не буду, ладно, я не буду спойлерить ее. В общем, если вас это интересует, тоже пишите в комментариях. Если что, я ее сниму где-то, начну снимать в сентябре. Либо не в сентябре, либо скоро начну снимать. То есть я могу уже даже снять первую серию, даже вот сейчас. Это плюсы и минусы. Да блин, я спалил! Я спалил эту рубрику! Пару секунд назад говорил, что я не буду ее палить, сам же спалил. Ладно, вы уже поняли, да? Плюсы и минусы. В общем, я буду разбирать разные транспортные системы. Сначала три видео выйдет по перми, это автобус, трамвай, троллейбус. Дальше будут выходить другие игры, на какие вы уже снова пишите в комментариях. Ну, либо я уже там сам буду выбирать рандомно по трансфото. В общем, уже как хотите. Вот, ну, а на этом, я думаю, можно заканчивать. Это же все. У меня больше нет новостей. Да и вообще, как бы, ну, а смысл еще что-то рассказывать? Всё. Вот, так что мне, кстати, рубрики новые в голову всегда часто приходят. Так что, в принципе, если что, опять же, пишите. Я сделаю еще другие рубрики. Если что, пишите. Все. Свои варианты в комментариях вы можете писать, предлагать рубрики. То есть я их буду просто записывать и все. Вы предложите рубрику, я записываю. Все. И как бы, ну, типа все. Вот, так что это. Если вы хотите какую-то рубрику, то пишите в комментариях. Определенную причем. Вот. Ну, что еще могу сказать? А, кстати, сегодня захожу на канал и вижу такую картину. 10! Нет, не 10 просмотров. 10, просто вдумайтесь, 1000 просмотров на одном из шортсов. 10 тысяч. У меня самое популярное видео до недавнего времени было 3,9 тысяч просмотров. Вчера. Вчера я смотрел одно из видео, ну там тоже шорт с трамваем. Я такой, захожу, смотрю, 3,9 тысяч просмотров. Я такой, ну типа неплохо, кайф. Сейчас захожу, я просто офигеваю. Смотрю, 10 тысяч просмотров. Это как такое понятие, не знаю, ладно. В общем, я думаю, на этом можно заканчивать, потому что видос уже идет 8 минут. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!